Здравствуйте, меня зовут Ирина Шкодрина, и я работаю в проекте BTS Charm. Вход минимальный сюда, 50 тысяч сатош. И хотелось бы немножечко поговорить о маркетинге, немножечко о переливах и о том, кто кому платит. У нас много роликов на эту тему есть, но я вот лично свою точку зрения, как вот я это все понимаю, своим языком попробую объяснить, как я все это понимаю. Я зашла по Сергея Сетевого, но так как у него уже было максимальное количество рефералов, я переливом попала под Евгения Шевченко. Я больше не стала ждать переливов от Сергея, от Евгения. Я начала сама лично строить команду. И пригласив первых двух человек, я получила 100 тысяч сатош от них. Я вот заполнила первый уровень и получила от них 100 тысяч сатош от своих рефералов. На эти деньги я купила за 90 тысяч сатош и тоже продолжила приглашать. Я пригласила больше, чем положено людей. Они у меня попали во вторую линию 5 человек. Каждый из этих 5 человек заплатил мне 90 тысяч сатош. Каждый из них. Я получила от них, от своих личных рефералов второй линии, получила 5 раз по 90 тысяч сатош. Потом я купила третий уровень за 3 доллара, за 300 тысяч сатош. И продолжила приглашать. В это же время начали приглашать и мои рефералы. В первой линии у меня начал приглашать Дмитрий Ершов, Олег Дегтярь. И тем не менее, они хоть и приглашали, хоть и я приглашала, все люди, которые попали ко мне в третью линию, 11 рефералов, мне заплатили по 3 доллара или по 300 тысяч сатош. Это моя команда, они мне платят. То есть, чем больше растет у меня моя команда, тем больше я зарабатываю. Я купила четвертый уровень. Четвертый уровень у меня тоже заполняется очень даже неплохо. И у меня начали люди выкупать уровень. Я его купила за 14 долларов, и мои люди начали выкупать по 14 долларов, уже у меня пошла прибыль. У меня 22 реферала. Если купят по 14 долларов, нет у меня рядом калькулятора, это будет, по-моему, 240 долларов, ну и так, грубо говоря. Хотя следующий уровень у меня должен стоить 150 долларов, пятый уровень. Я буду с этого уровня иметь, с четвертого уровня, когда все у меня его выкупят, мои 22 реферала, я буду иметь 240 долларов. 240 долларов минус 150 или 220 долларов. Ну, короче, я 70 долларов считала вчера. 70 долларов у меня уже на четвертом уровне прибыли. Я не оглядываюсь на вышестоящего спонсора. Не жду от него манны небесной. У него очень много рефералов, у Сергея Сетевого. Возможно, кто-то и попал переливом ко мне. Возможно, я не говорю. Но я не жду этих переливов. Я пошу. Ну, не буду говорить некрасиво, как лошадь, но я стараюсь, я землю рою. Ну, вы видите, я опускаюсь ниже и ниже, и я уже, смотрите, у меня уже закрылся пятый уровень, 44 реферала. Я не буду покупать пятый уровень, потому что на пятом уровне рефералы купили только первый уровень. Но когда-то у них появятся тоже рефералы. У меня уже закрывается шестой уровень, в нем уже 68 рефералов. Я посчитала, у меня должно быть на этом шестом уровне 88 человек. Вот как только 20 человек еще придут, вот 44 умножаю на 2. Видите, у меня какая 11 умножить на 2 будет 22. 22 умножить на 2 будет 44. 44 умножить на 2, у меня юбочка широкая. У меня будет закрыт уровень, когда придет еще 20 человек. И пойдет седьмой уровень. Его здесь просто не видно. Но на самом деле он есть. И седьмой уровень, и восьмой уровень у меня команда работает. Так вот, деньги я получаю от своей команды. Я не кормлю никакого спонсора. Я получаю деньги от своих, моих нижних приглашенных. Я надеюсь, что хоть что-то я вам прояснила, Марина и Юрий. Не буду называть ваши фамилии, но вы очень много задаете вопросов. Почему вы кормите, я не пойму, кого-то, когда кормят вас, ваши рефералы. Приглашайте, и они вам будут оплачивать. Все, пока заканчиваю ролик. Пока-пока.